Украинец по происхождению, ныне гражданин США, за активную оппозиционную деятельность, лишенный Януковичем гражданства, Василий Люборец, на Майдане с первых дней. Он говорит, что опыт украинской революции должен передаваться другим народам, пока во всем мире не будут соблюдаться права человека так, как этого требует Всеобщая декларация прав человека ООН. Сюда приехал для того, чтобы помочь своим землякам устранить этот диктаторский режим Януковича. Ну и, как видите, что-то удалось. Но мы только в начале пути, и сейчас мы организовываем здесь, прямо на Майдане, интернациональную гражданскую лигу из легионов из разных стран, в том числе из Казахстана. И мы знаем, что в Казахстане есть вопиющие нарушения прав человека, что говорит о том, что режим там далеко не демократический. Это и зажим свободы слова, это и политзаключенные, это расстрел людей в Жанаузене. О политических заключенных Казахстана, Ароне Атабеке, Владимире Козлове и Вадиме Курамшине Люборец и его соратники из Интернациональной Лиги Майдана знают не понаслышке. Особенно много говорят здесь, на Майдане, об одном из них – правозащитнике Вадиме Курамшине, который боролся за права заключенных и был осужден на 12 лет особого режима по сфабрикованному уголовному делу. После покушения на жизнь Курамшина и его супруги Екатерины, Интернациональная Лига Майдана решила подготовить заявление с требованием прекратить травлю Вадима Курамшина Рамшина и его семьи. Хотим сделать заявление казахскому правительству, казахскому президенту Назарбаеву, чтобы он лично освободил Вадима Курамшина, политзаключенного, который положил свою силу, энергию на то, чтобы на защиту людей и их прав, чтобы он его освободил из заключения. И это наше не требование, это наш приказ, и он обсуждению не подлежит. Под заявлением в защиту казахстанского политзека поставили свои подписи члены Совета Интернациональной Лиги Майдана, граждане Украины, России, Армении, Польши, США и Казахстана. Надо обязательно политзаключенным немедленно свободу, освободить политзаключенных. Тер Акуп Петросян, член Совета Интернациональной Лиги Майдана, пообещал лично вручить заявление с требованиями послу Казахстана в Украине. Знаю, что так и во многих республиках бывших стран СНГ и также в Казахстане есть несколько политзаключенных. Я от своего имени, от своего организации требуем, чтобы власти Казахстана и президент, чтобы немедленно освободили Вадима Курамшина, как он правозащитник, не только это человек, который является один из правозащитников по правам человека в Казахстане, он многоуважаемый человек во всех цивилизованных мирах, его имя известно нам, и мы все будем делать, чтобы немедленно власти Казахстана освободили его. Известный казахстанский правозащитник Вадим Курамшин, лауреат престижной премии Людовика Трарье, сейчас содержится в колонии Жаман-Сопка, которая находится в Северо-Казахстанской области. На него оказывается физическое и моральное давление. Здоровье Курамшина подорвано, и он нуждается в срочной медицинской помощи. Опасности подвергается и семья политического заключенного. Его супруга Екатерина недавно едва не погибла в аварии, когда возвращалась со свидания с мужем.